приветствую вас, друзья мои. С вами опять Садригин. И вот, наконец-то, я вырвался в этом году на долгожданный ПНР. Я нахожусь в парке Догвуд. Здесь вот такой небольшой круг с фонтаном прекрасный. И высокие кроны деревьев, которые вам не видно, но я потом вам впоследствии покажу. Поэтому я решил написать картину вертикального формата. Сегодня я буду писать, а вы принимайте участие. Все-таки я, наверное, напишу не вертикальный формат, а горизонтальный. Вот так он лучше смотрится. Красота, пейзаж такой хороший. Итак, друзья, я вот все подготовил. Наметил композицию. Значит, у меня здесь вам не видно, но я фотографию покажу. Здесь высокие, значит, есть три дерево и еще там дальше, и посреди этих высоких деревьев в пруду находится фонтан. Я вот начинаю, значит, немного дальше от высоких крон и до вот края фонтана. Вот такое вот поле, значит, я буду писать. Значит, если заметить композицию, то я начну, наверное, начать с гармарина. Разделю на три части, это будет у меня небо. Эта часть у меня будет небо. Эта часть деревья. И здесь будут высокие деревья. Одно высокое дерево. Второе высокое дерево. Третье высокое дерево. И четвертое. И здесь. Ну вот такая примерно композиция. Здесь у меня будет все пруд. Пруд такой коричневато, с небольшим блеском и рефлексами от зелени. Поэтому пруд я как раз умный. Ну, начну с этого снега. Небо у меня будет на небо я использую старинный. Немного солобу и немного ультрамарин. Можно добавить чуть-чуть посылки. Так, идет запись, идет. Приступаем к нанесению неба. Холст у меня лен. Thank you.
Thank you.
Look at me. Say hi. Are you recording that? Can you stop that? This. So you. Yes. Yeah, I want to talk with you. That's why. My video here. Ну что, друзья, я подмалевок сделал, теперь дам ей немного просохнуть дома, и потом уже ее доработаю в студии, доведу до полной кондиции. Все детали, цвета, фон приведу в порядок, все тональности, и будет картина готова. В общем, я сделал композицию, подмалевок. Самое главное, получил наслаждение на природе. Это самое главное. А доработать картину уже будет работать. Так, пока-пока. Ждите продолжение этой работы уже в студии. Пока, до свидания.